Крести, Ерофей, поскорее дом запеть. Звучные кричалки, яркие плакаты, шумовые аксессуары. На импровизированной трибуне болельщиков царит своя неповторимая атмосфера. Малыши пришли поддержать свои футбольные команды. В отборочном туре третьего спортивного чемпионата проекта «Школа Русатома» по футболу 5+ приняло участие 11 команд детских садов Сарова. Юные футболисты показали настоящее мастерство владения мячом. Уровень игр показал, что к соревнованию готовились долго и упорно. Мне больше всего понравились тренировки, как нужно сильно пинать. Я был защитником, и мне надо было пинать очень сильно, чтобы не попало мяч. Я защищал зону. Спортивный чемпионат проходил в Сарове в несколько этапов. Команды играли по круговой системе. Товарищеские встречи определили финалистов. Команды 16-го, 35-го и 9-го детского садов, которые разыграли титул чемпиона на Икаре 1 июня. Чтобы победить, нужно болеть. Еще можно делать, когда ты стоишь у ворот, а другой человек это с воротами рядом, ему может дать пас, и он ворота забьет. Боролись до последнего. Каждая команда-финалист пришла сегодня за победой и отдавать ее сопернику была не намерена. В последнем матче титул чемпиона города забрала команда детского сада номер 16. Серебро завоевал 9-й детский сад, а бронзовый кубок вручили 35-му. Под Рома у нас самый лучший вратарь. Глеб нападающий, я нападающий. Вот Илюха у нас защитник, Вера запасной. И вот мы самая лучшая команда. Мы еще в одном соревновании победили тоже. Теперь юным футболистам предстоит отстаивать честь Сарова среди других атомных городов.